Значит, в 1915 году в Благовещенске некий казачий полковник передал Африкан Николаевичу Криштофовичу, был такой великий палеоботаник, передал кости. Криштофович привез ее сюда, в геологический комитет, и передал вот этому человеку, которого зовут Анатолий Николаевич Рябинин. А, вот этому, да? Когда он стал директором, он решил, что надо бы этим заняться всерьез. И отправил туда, на берег Амура, препаратора музея, который 2 года там копал кости и накопал. Но что делать с ними, в принципе, не знали. И Рябинин несколько раз ездил по музеям там, Германии и Англии, чтобы выяснить, что делать. Ну и в итоге все-таки за 4 или 5 лет собрали вот этого скелет динозавра. Утконосый динозавр, травоядный. А тут процент восстановления какой? То есть оригинальных костей тут? Ну, считается, сколько? Что 30% гипса. То есть так 30. Об этом писал сам Рябинин. 30% гипса. Но дело в том, что современные палеонтологи, они считают, что тут еще есть кое-какие ошибки. Потому что сейчас считается, что динозавры эти ходили с горизонтальной спиной. Что хвостом они рулили, не опирались, а рулили им просто как самолет. На руки не опирались, то есть, ну вот, делали равновесие. И в Благовещенске есть несколько еще собранных скелетов, поменьше, правда. Вот. Ну, наш институт, в принципе, особенно не занимался динозаврами, и это все прерогатива палеонтологического института в Москве. Поэтому там их больше. Ну, вот это был первым. И опять-таки современные палеонтологи считают, что, может быть, не все динозавры, не все кости тут правильные, не все кости ему. Ну, это, я не знаю. В 2015 году отмечали его столетие в Благовещенске. Мне удалось туда съездить, я поучаствовал там в этой конференции и посмотрел на совершенно замечательного такого ученого, просто как из мультфильма. Вот такой вот, он весь в динозаврах. У него галстук с динозавром, кольцо с динозавром, сигареты с динозавром. Вообще все. Он знает, что они ели, что у него в желудке. Он их находит там прямо на территории Благовещенска нашел. Ну, не то чтобы кладбище динозавров, а кладбище костей, по крайней мере, динозавров. Такой замечательный совершенно дядечка. Вот там, это поздние достаточно динозавры, ему где-то 70 миллионов лет. А там-то у них больше сейчас их маленьких.